Доброго времени суток, дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Сегодня у нас на обзоре будет дрип-контроль от компании Votafo. Спасибо, конечно, что они ее прислали, но данная дрипка не отличается хорошим качеством сборки. Данную дрипку очень многие обзорщики просто расхвалили, просто до небес, что она такая вся офигенная и очень крутая. Ну, по дизайну, да, я могу сказать, что она очень хорошо сделана, качество материалов тоже подобрано очень хорошо. Данная дрипка передает хорошо вкус, все это замечательно, но у данной дрипки есть огромнейший минус. Сама юбка почти не садится на саму базу. Я очень надеюсь, что это только в моем образце, но так как мне попался такой образец, значит, кому-то из покупателей тоже он может попасться. У меня на данный момент сама юбка сейчас не сидит полностью на самой базе. Сколько я уже не пытался ее сюда одеть, все без толку. Это можно сделать, приложив колоссальные усилия или применив там плоскогубцы или тиски. Но, как вы увидите уже на столе, когда я вам буду ее показывать, все ринги просто сожраны, они изрубаны, искоцаны, ничего хорошего из этого не следует. И ладно то, что попался мне, допустим, такой экземпляр. Предположим, что это не все у них дрипки такие. А если это покупатель, и покупатель, допустим, берет эту дрипку, накручивает на свой мод и, пытаясь одеть данную юбку, просто выламывает себе коннектор. И ладно я, тот, кому ее прислали как бы бесплатно, а человек, который купил, но это полная фигня. Компания Votafo преследовала, скорее всего, благие намерения подогнать все с точностью до миллиметра, чтобы она снизу вообще никак не сопливила. Тут стоит три оринга, и они пытались просто в эти миллиметры подогнать саму юбку к самой базе, но сделали этим только хуже. Есть даже видео, когда я сидел у Олега в мастерской, пытался надеть эту юбку, и меня просто бомбило вовсю. Меня просто взорвало от того, как они это все сделали. Уже ляпу. Сука, пид. Votafo. Что они сделали, сука? Разработанная дрипка, блядь. Сука, закрыть ее невозможно, блять, оринги выкусываются, сжираются. Все мод должен коннектор на моде сломать, блять, для того, чтобы ее закрыть. Блять. Вот оринг уже, блять, верхний оринг, сука, вниз уже выдавливается, просто выдавливается, блять. Пид, блять. Заканчивай, блять. А теперь давайте переместимся на стол и посмотрим ее поближе вообще и что с ней происходит. Итак, теперь давайте рассмотрим саму комплектацию тролля версии 2. В данных пакетиках у нас идут допы, которые здесь выложены. Это набор орингов всевозможных, которые здесь есть. 4 самих винтика в саму базу. Также в пакетиках у нас идет вата, японовата здесь, пластиночка. И преднамотанные койлики косичкой, 3 штучки. Вот такие вот они довольно-таки жирные, кажись, из 0.4 нихрома, по всей видимости. В комплекте у нас идет переходник под 510 дриптип с самим металлическим дриптипом. И также в комплекте идет довольно-таки широкий дриптип пластиковый. А также Т-образная замечательная отверточка, брендированная компанией Votafo, с двумя шестигранниками по бокам и плюсовой отверточкой в центре. Теперь рассмотрим тролля V2 поближе. Здесь у меня надет широкий дриптип, как вы видите, он очень широкий, видно спокойно на шестоечке. Закапывать данную дрипку можно, не снимая юбки, а просто через него. А уже с переходником под 510 дриптип и родным 510 выглядит он таким вот образом. Тут отверстие уже, конечно же, поменьше. На самой дрипке по классике есть нанесение с видом тролля. Снизу указывается, что это тролль V2, нельзя выкидывать в мусор, и то, что это сделано компанией Votafo. Теперь давайте рассмотрим сам обдув данной дрипки. Он сделан очень интересно. Обдув можно настроить только на две спирали. Обдув одной спирали здесь не реализован. И выглядит он таким образом. Его можно настроить как на вертикальный обдув, ну, скажем так, вертикальный обдув с скосом или горизонтальный обдув. Все это делается вращением самого топкэпа, и мы можем выбрать нужный нам обдув. Я не почувствовал какой-то глобальной разницы от того, будет ли обдув вертикальным или горизонтальным. Ничего такого я
я не заметил. В самом топ-кэпе ринги сидят довольно-таки плотно, но вращать его можно, конечно же, с трудом. Лучше всего его полностью снять и одеть уже так, как вам будет это удобно, с таким обдувом, который вы захотите. А теперь давайте перейдем к самому интересному, и это база тролля. Снимаем юбку, и здесь что мы видим? Мы видим у меня один ринг. Как вы могли заметить в начале обзора, у меня сама юбка не полностью садилась на саму базу. Но по совету вейп-маньяк Боба, он посоветовал мне снять один ринг и оставить два, но у меня тоже с двумя рингами он плохо одевался. Поэтому я оставил только один ринг, и с этим уже проблема у меня ушла. И теперь я могу более-менее спокойно одевать саму юбку на саму базу. Ну как, более-менее, тоже с усилием. Снимается уже гораздо легче. Еще раз вам покажу фотографию, где видно, во что превратились сами ринги от использования, когда их установлено 3. Данная юбка их полностью выдавливает, начинает закусывать, рвать. Это не очень хорошо. Я понимаю, что пытались сделать все просто до миллиметра, но сделали этим только хуже. Но даже используя один ринг на базе, я не получаю никакого конденсата на моде, никаких протечек, и у меня все отлично с ним, но только с одним рингом. В данной дрипке используются Velocity стойки с довольно-таки жирными отверстиями, и также компания Votafo их немного улучшила. Как вы можете сами видеть, они идут со срезами, и это увеличивает объем самой ваночки. Также компания Votafo в самой ваночке реализовала небольшие углубления, что тоже сказалось положительно на вместительности данной дрипки. Это учитывая, что данная дрипка имеет посадочное место 22 мм. Теперь же давайте сделаем несколько замеров тролля V2. Сами стойки у нас забирают 16,1 мм, расстояние между стойками 6,1 мм. Отверстие для установки спирали у нас 2,2 мм диаметром. И глубина нашей ваночки 9,7 мм. Испарительная камера у нас 20,4 мм диаметром. Ну а примерный вес нашей дрипки у нас составляет 36 грамм. Теперь поднимемся наверх и поговорим еще о данной дрипке Troll V2, потому что есть что сказать. Итак, небольшое отступление. В самом начале я снимал видео в Умани, в Софиевском парке. Мы целый день гуляли, поэтому выгляжу я не самым лучшим образом. Все очень красиво, но очень жарко было, и мы очень сильно устали. Я уже сел поснимать немножко видео. Также сразу бросается в глаза вот эта мятая красная тряпка. Да, она мятая, потому что сейчас полным ходом идет подготовка к смене вообще ракурса. Уже ее не будет в скором времени, поэтому мне все равно, что она там мятая. Также свет на столе был настроен тоже не самым лучшим образом, все бликовало, опять же все исходит из того, что будет скоро смена полностью ракурса обзоров. А теперь вернемся к троллю V2. Как вы можете видеть, пара он выдает очень много. И со вкусопередачей здесь все в порядке. И с качеством материалов здесь тоже все на высоте. Компания Votafo тоже грамотно продумала саму конструкцию самой ванночки. Сделала хорошую комплектацию. Но есть один громаднейший минус. Это то, что в моей версии саму юбку одеть на базу я не могу. Вместе с тремя рингами полностью не садится. Ринги выдавливаются, режутся, закусываются. В общем, одни негативные эмоции. Хоть и проблема была решена с помощью подсказки вейп-маньяк Боба, спасибо ему большое, это то, что снять ринги. Идея очень простая, и я, дурак, сам не догадался. И уже после того, как я снял лишние ринги, я в полной мере смог оценить вообще эту дрипку. Ее вкусопередачу, навал, удобство использования, протекает она, не протекает и тому подобное. В итоге вы спросите, вообще стоит ли ее покупать или не стоит. Тут мое мнение разделяется. Если данный образец только у меня с такими проблемами, и вы хотите какую-то дрипку на 22 мм, к примеру, допустим, на мехмод, но это не означает то, что нельзя использовать ее на платах, то есть с этим тоже все хорошо, то тогда ее стоит взять. Это в случае того, что если данная проблема, к примеру, только у меня, и вы, посмотрев других обзорщиков, не увидите такой же проблемы. Но если данная проблема остается и у других обзорщиков, то я бы не рисковал. Потому что когда я пытался одеть юбку или снять ее, когда она уже была полностью одета на трех рингах, я чувствовал, что я вот-вот выломаю коннектор на своем моде. И это уже не очень хорошо. Ну ладно, я опять же обзорщик, у которого есть устройство, ну сломалось одно, я взял другое. А если покупатель, он купил себе данную дрипку,
купил себе модик и сломал сам мод с помощью этой дрипки. Какие у него будут от этого эмоции? Поэтому, если вы задумались о покупке тролля V2, тут уже хорошенько подумайте. Посмотрите побольше обзоров, взвесьте все за и против для себя. И тогда уже принимайте решение о покупке. Так что поделитесь этим видео в социальных сетях, поставьте лайк или дизлайк. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем удачного, до свидания.